Вот на таком маленьком островке расположился наш домик. Здесь костер, костровая зона, беседка. Хорошую погоду, чтобы на улице можно посидеть. Мангал, коптильня, казан. И вот такой дом. В доме кухня, посуда вся. Здесь вот обеденная зона. И две комнаты. В каждой комнате двухъярусная кровать и двухместная. Печь длительного горения. Вот вторая комната. И сразу же в доме банька. Дровяник с дровами, там причал. Дров с запасом. Банные принадлежности. Такой предбанничек, лавочка. И сауна с каменкой. Очень жарко. Парится хорошо после рыбалки. Вот такой дом. До 6 человек. Комфортно размещаться в нем. Все.